В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа. Пожар вспыхнул на 58 этаже Трамп Тауэр. В Нью-Йорке начался пожар на верхушке небоскреба Трамп Тауэр. Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул на 58 этаже здания. Экстренные службы оперативно отреагировали на возгорание и начали ликвидацию пожара. Эвакуация людей из небоскреба не объявлялась, жертв и пострадавших нет. Самого президента США Дональда Трампа на момент пожара в его экс-резиденции не было. Недавно в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чиппаква в штате Нью-Йорк произошел пожар. По материалам сайта news.com.